Всем не бага, не лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа. С вами Жека, и сегодня мы продолжаем играть в Oxygen Not Included. Ну как продолжаем, мы начинаем новый летсплей, и этот летсплей посвящен непосредственно нам, микробам. Нашим микробам, которые мы, наверное, не очень любим, но что ж, придется. Как вы видите, я уже взял персонажей, они все с большим иммунитетом. Дело в том, что я очень долго, так сказать, создавал персонажей, я запарился и даже забыл, кликнул на создать игру, а потом уже одуплил, что да. Что надо еще и записывать. Я создал Марселя, ну, потому что... потому что волосы мне напомнили Марселя. Только волосы, да. Машка. Никакой летсплей не может быть без Машки, я считаю. Машка должна быть абсолютно в каждом Oxygen Not Included, и она... Я не помню, ты здесь не особо вроде, Маша, у меня умная, но я не буду утверждать. Зато у тебя медпомощь хорошая, да? Вот, и ты бегаешь... Нет, это не ты, да, даже ты бегаешь плохо. Ладно, ты будешь медсестрой. Давайте сойдемся на том, что ты будешь просто медсестрой. Вот, и я сделал Скива. Я просто сделал Артема, вот. Просто так, да. Я не уверен, что он так выглядит, потому что я ничего не буду говорить про его внешность. Но просто, почему бы и нет, я сделал Скива. И, кстати, я всех сделал, если вы тут увидите. Показалось, что я остановил запись, так что пришлось остановить. Я у всех сделал огромнейший иммунитет. Огромнейший иммунитет. У всех так у меня иммунитет. Да, туда, да. Где микробы, что это? На поверхности нет микробов. Марсель, я рад за тебя, что у тебя нет микробов на поверхности. Я не вижу. Вот, видите, у них атлетика и иммунитет. Иммунитет. У них охренительный иммунитет, как у каждого. Ладненько, давайте уже все. У нас вступительные слова прошли. Что нас здесь окружает? Нас здесь окружает метол. Метол, очень много метола. И водичка. Водичка — это очень хорошо. Я, наверное, к этой водичке сейчас пророюсь. Почему бы и нет, да? Давайте назначаем. И вот, наверное, так. Все, копайте. Мы им увеличиваем сразу скорость. Ой, у них сразу все не очень, да? И, кстати, можно еще им задать, чтобы они мне прокопали вот так, чтобы я им кроватки-то поставил. И буду, как всегда. Я привык играть, собственно говоря, несколько стандартненько. И буду ставить некоторые предметы. Так, разобрать. Некоторые предметы, так как люблю их ставить я. Всегда, постоянно, потому что. Вот. Поставим это все вот здесь и, ну, сделаем немножко чуть-чуть по-другому, немножко компактней. Я думаю, декора все равно у них будет дофигище. Не обязательно им ставить на каждый прям этой штуковине. Кстати, мне сейчас интересно, вода у меня прольется или как? Может, отмена вот здесь сделать? Мало ли у меня сейчас еще вода на базу зальется. Это будет не очень красиво, я считаю. О, у нас норник. Норник у нас есть, шикардосинка. Слушайте, норник у нас есть, это вообще шикарно. Давайте мы, наверное, прокопаем сейчас вот здесь. Вот так. Они же залезут на эту... Да, они через два блока лазят. Я, честно говоря, даже не знал. Не обращал на это никогда внимания. И давайте, наверное, вот так вот сделаем. Но одну оставим, отмена. И, соответственно, вот эти полы тоже позаменяем. Они все-таки дают небольшое количество декора. Это очень приятно. Это очень классно, и мне это нравится. Да? Так, тут оксилит. Оксилит у нас есть. Немножко поиграл, ребят, для себя просто так. Не в этом, конечно же, мире, в других. Находил огромные залежи оксилита. Это очень классно. Такое ощущение, что они убили мне норника, нет? Такое ощущение, что они мне убили норника. Что? А, это и лампочки, и светлячки такие, звуки теперь издают. Кек, прикольно. Ой, вы этого парня сейчас тут за это, за купордюете. Не надо. Стройте, чините ему. Пущай он выберется. Во, хорошо. И вот эту сломайте, чтобы водичка у нас тут, как бы, бам, да, уходила. Вот. А, вы вот это не можете сломать. Давайте, ломайте. Теперь у нас есть доступ к воде. Кстати, давайте мы водокачечку. Водокачечку. У нас водокачечка есть. Вот так поставим, да? Мы же можем ее так поставить. Вот отмена вот этих двух. Да? И мы водокачечку сможем себе сюда вот впендюрить. Вот, смотри, как шикарно. Давай. Да, некоторые предметы попадают просто так. Что у нас тут за биом? У нас тут биом с хлором. Блин, хлор бы оставить. И раз мы сюда уже начали копать, наверное, я в эту сторону пойду. Может быть, мы найдем ледяной биом. Это будет уже хорошо. Так, что здесь? Давай-ка я
Давай-ка я, наверное, сделаю как? Сделаю, ну, чтобы у нас все-таки декор был. Вот так сделаем. И метол нам нужен. Метол нам очень-очень необходим. Мы, наверное, сделаем это вот так. И лесенку здесь вверх. Вот так. И, соответственно, все это закупырдяем. Оп. И пойдем добиваться метола, вот этого. Метол нам нужен. Очень сильно нужен. Так, водокачка у нас есть. Им нужно построить еще туалет. Наверное, с этой стороны где-то будем сейчас строить туалет. Потому что если они будут без туалета, они мне тут плохо все сделают, короче. Так, вот это мне сломать. И объясните, можете ли вы поставить мне туалет вот... тут. Где-то подальше. Да, они пошли делать туалет, хорошо. И мне возле туалета нужна рукомойка. А рукомойка где у нас делается-то? А, вот здесь. Вот здесь у нас рукомоечка. А почему я не могу ее здесь поставить? У нас не хватает чего-то. А, она мешает, типа, или что? А тут цветок мешает. Вот это выкопай цветок мне, нафиг. Нафиг мне тут цветок. Поставь мне рукомоечку. Рукомоечку мне запили. Вот. Теперь мне еще рукомойку. И туалетик у них есть. Шикарно, я считаю. Нам нужен металл. И давайте мы назначим им делать лесенку мне вот сюда. Нет. Нет, 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 нет. Наверное, вот так сделаем, чтобы углекислый газ не уходил. А вот эта отмена. Вот так вот отмена. А здесь выкопаем. Да. Так, доработка у них есть. И вот это выкопаем, наверное. Еда у нас есть. 20 тысяч пока что еды. Это замечательно, это восхитительно и превосходно. Воду они так не донесли. Ну, пока у нас вода в большом количестве. Я надеюсь, они не пойдут мне воду сейчас обсыкать, обсирать и так далее. Потому что они очень большие любители. Просто так пойти и все испоганить. Да, пока у нас микробов особо нету, потому что никто из них в туалет еще не ходил. Прикиньте, целые сутки никто в туалет не ходил. У кого-то у них, наверное, запор. Наверное, у всех троих. Это плохо. Они вроде ничего не ели. От чего он может быть? Давайте не будем об этом рассуждать, потому что это не очень. Так. Понесла. Машка понесла. О, в туалет первый пошел. Скиф. Артем. Я ни на что не намекаю, но кто-то кушает много, да? Потому что какает потом много. Это как бы не надо так. Так, вот это водоросли. Бездействует. Водоросли уберем. И давай пока у нас... А, я не могу почему-то... А, да, я не могу. Я не изучаю. Слушай, нам же, да, еще надо кое-что другое поставить, изучать. Давай-ка мы, наверное, знаешь, что сделаем? Во-первых, поставим вот здесь лесенку для всякого случая. А во-вторых, вот здесь вот так разберем. Вот так. Туалет там кто-то захотел. Машка, давай вылазь, а то Марсель сейчас это... Он хочет в туалет и поэтому кушает. Это очень странно, но, наверное, это так нужно. Скорее всего. Да, Маш, ты тоже покушай. Все хорошо. Так, они мне все это сейчас починят, поломают. И мне нужно будет построить... Наверное, возле водокачки придется все это строить. Или где-нибудь сверху. Может, лучше сверху, слушай, да? Над ними. Было бы лучше. Было бы лучше, наверное. Наверное, лучше, да? Так, значит, вот так и сделаем. Выкопаем вот так. Ну, отмена на вот этих моментах, конечно. Оксилит. Оксилит, говорю, мне не копайте. Не нужен мне оксилит. То есть нужен, но чтобы в виде воздуха-то он только был. Так, и до металла они докопались. Предлагаю вам вот так вот поставить, чтобы кислородец не выходил. Так, и наверху тут поставим металл. Они сейчас добудут мне. И уголек у нас тут вроде есть. Не, ну у нас был где-то норник, но он где-то исчез. Надо нам найти норника и в том месте, где он есть, чтобы не париться, строить себе, конечно, сразу склады. Склады вещь хорошая. Особенно, когда там живет норник. Это восхитительно просто. Давайте не выпускать кислород. По идее, если я вот так поставлю, то они все равно смогут пробегать. Там, если что, мы перестроим. Металла нет, да? Ничего, надо будем металл. Ага, вы здесь пройти не можете, да? Вы здесь у нас пройти не можете, как говорится, да? Ладно, вот это выкопайте мне. И сделаем вот здесь.
Сделаем вот так. Ух, прям стройка во всеоружие. Небольшую баску сейчас сделаем. Немножко сделаем ее, наверное, в этот раз такой прямоугольный вверх. Может быть, это будет даже лучше. Может быть, но я не утверждаю ни в коем случае. Так. Заменяйте мне все. Тут у нас есть углекислый газ и аж 1000 килограмм. Углекислый газ это даже хорошо местами, потому что туда можно запендюрить еду. Да, ну в плане, если в обычном, мне уже куча раз советовали, если вот в этой обычной коробке для еды ее поставить в биоме, где нет кислорода, то еда там вообще абсолютно не портится. Я сомневаюсь, что это по канону, хотел сказать, по химии, да, ну как правильно. Мне кажется, еда все равно будет портиться. Ну хотя в вакууме может и нет. Или не так быстро? Мало еды. А чё? Они все съели? В смысле? Вот еда валяется. Вот еда у вас валяется, ребят. Они пройти не могут теперь домой, что ли? У них вот еда валяется. Я отсюда вижу питательный батончик 0,45. Что происходит? Мне кто-то захотел надурить, а? Я все вижу, вы меня не обманете. Но предлагаю здесь, значит, строить... А у нас металла нет, да? А почему они не могут добраться до сюда? А, лесенка, лесенки не хватает. Ё-моё, одной лесенки, одной лесенючечки. И сюда добраться почему-то не могут. Почему? Чё-то где-то закупорило? Нет, а почему? Место строительства недоступно. Почему? Тут же ж ничего не растет. Выкопите мне вот эти штуки. Они не идут туда. Так, ты что ты им закуп... А, подожди, я, наверное, из-за того, что вот здесь, да? Давай вот так попробуем сделать. А ноль еды, потому что они выбраться просто-напросто отсюда не могут. Вот и ноль еды, скорее всего, так. Так, а норник у нас только аж вот тут. И вот тут норник. Но этого норника, я думаю, мы можем как-нибудь спустить. Может быть, там сделаем склады заодно, да? Так, я думаю, они не сдохнут за одну ночь. Но иммунитет пока у нас соточка, это хорошо. И вот здесь начнем строить себе этот. Так, сейчас построят и, по идее, выберутся. Да, все, теперь они выбираются. Замечательно. Еда у нас появилась, и все у нас появилось. Все, и теперь мы сможем с чистой душой и совестью строить вот эту штуковину. Но сейчас они до металла только дороются. Давай. Ломайте потом мне вот это все. А тут норник, вот он. Ага, хорошо. И металлчик у нас. Ну, сейчас они металл добудут. Я специально вот эту дверку поставил, чтобы у нас отсюда не выходил кислород. Да, здесь есть кислород, но он взаимозаменяется будет вместе с вот этим углекислым газом. Тут его, кстати, намного меньше. Но это даже очень хорошо. Вот, вот хлор. Здесь-то здесь придется дверь еще ставить. Чтобы не выпускать хлор наружу, да? И сделаем, наверное, прямоугольную в этот раз базу такую. Так, что там с микробами? Ох, ёк, макарёк, ты, Марсель, чё, руки забыл помыть? Чё ты весь в микробах-то? Ни хрена себе, сейчас он разнесет микробы по базе. Не трогай только ничего, хорошо? Никого не трогай, никого не лапай, Марсель, я тебя просить умоляю. Мукоеды, давайте собирать, если чё. И вот эти, если что, собирайте. Так, Марсель пошел долбить. Хорошо. Так, ставим, значит, сразу вот эту штукенцию, батарейку и научную машинку. А, ты вот, вот куда ты ставишь ее, а? А? Объясни мне. Объясни мне. Вот так и вот так. Стандартненько все, достаточно, но, тем не менее, это нужно сделать. Скоро у них кислородец кончится. Песчаник, металл забирают. Так, так, так. Кислород там уже пошел взаимозаменяться с углекислым газом. Все, сейчас наука пойдет у нас достаточно в хорошем степени. Да, и мы пойдем стандартно достаточно изучать сейчас. Может, сначала даже лучше картины изучить, да? Или нет. Или кислород лучше изучить, хотя бы обычный. И вот здесь вот, наверное, поставим ниже, выкопаем, наверное, на одну... Или на две лучше, вот тут заодно вода. Хотя, блин, на одну лучше. Лучше на одну. А то они... вот какой-нибудь обязательно дубликат подойдет мне вот сюда, в эту степь, и обоссыт вот эту всю воду. Обязательно. Они просто обожают это делать. Блин. И вот это сломай мне, чтобы оксилит выходил.
И вот это доделайте мне, пожалуйста. Куча у вас работы, короче, да? В этой серии у вас чересчур много работы. О, новый дубликатик. Так, заставляю вас изучать мне, значит, это. И новый дубликат смотрим. Мне нужен с хорошим иммунитетом. Два фигня иммунитет. Хотя ты похож на Славу. Метеоризм. Ой, ты пукаешь? Не, нахрен. И тем более обжора. Нет, ребята, извините, брать я говно не собираюсь. Мне нужны хорошие, с хорошим иммунитетом дубликаты. Так что я буду отказываться от них. Хоть и нужны нам рабочие руки, как говорится. Но ничего, потерпим. Отказаться от всех. Вот и все. Так, понеслась. О, тут аксилит уже, я вроде не назначал им сломать, он уже сломался. Быстро, слушай, вообще быстро. Так, давай я, наверное, вот так лучше сделаю. А хотя мне не надо, не надо. Вот этого не надо. А чё? А, ну да. Думаю, чё они так выкопали? И вот здесь мне сломай, разобрать, и сделаем лесенку вниз пониже. Да? И ниже, я не знаю, сделаем, наверное, плантацию с кислородом. Но она сюда будет плохо, конечно, идти. И это не очень хорошо. Я вот здесь дырки, наверное, сделаю пока что. Пока мы не изучили специальные блоки, через которые может идти кислород. Сделаю плантацию. Хотя бы немного. Так, этот есть. Ну и заодно у нас куча будет всякой халявки. А склады где-нибудь в другом месте поставим. Но тем временем у нас кончается так-то кислород, если на то пошло, да? И давай мы так снести вот это и вот это пока что снесем. Так, норники рядышком. А может где-то здесь и склады. Наверху склады поставлю, там не будет плохо по кислороду, по идее, не должно быть, да? Еды нам пока хватает, еще на дня 2-3, наверное, хватит. Так что, по идее, пока не будем заморачиваться. Но я хочу прорыться, посмотреть, что тут еще есть. О, да ладно! А это хлорный! Хлорный гейзер, офигеть. Так, хлорный гейзер, мне говорили, я сам точно не знаю, но он очень замечательно помогает против микробов. То есть, чисто теоретически, я вот не знаю, если сделать туалет... Ох, ё-моё, это что такое? Это вулканическая порода вся в... пищевое отравление, да, в пищеварительном, микробах пищеварительного отравления. Кстати, мы почти не разносим, да, микробы, вот здесь чуть-чуть только, ну как чуть-чуть, судя по всему, не так уж чуть-чуть. Но я не люблю это делать, конечно, но это очень нужно, чтобы они вот это чистили, они очень медленно это чистят, просто дичь как медленно чистят, но это надо, не без этого, как говорится, да. Так, ладненько. Может, отмена пока. Давайте вы мне склады с кислородом сначала сделаете. Не-не-не, склады с кислородом. Сейчас она как раз изучит к этому времени. Так, в туалет Скиф захотел. Скиф, я ни на что не намекаю, но ты часто ходишь в туалет. Просто часто, очень часто входишь в туалет. Не надо так часто ходить, пожалуйста. А Маша пришла посмотреть, как Скиф ходит в туалет. Причем она взяла кусок еды и прошла с тела перед ним и такая... Класс, молодец. Уу, вот эту личинку отложил. Классно, молодец. Ну, я не знаю, что это вообще такое. Дубликаты, вы можете вести себя чуть-чуть покультурнее? Пожалуйста. Чуть-чуть? Нет? Ну, ладно. Ой, норник. Замечательно. У нас тут рядышком есть норник. А где он был до этого? Что-то я даже как-то хз, где он был до этого. Так, нам пол потом заменить придется, но чуть попозже. О, у нас светлячочек есть. Хорошо, после... Скиф очень медленно как-то исследует. А у нас есть, типа, исследователи хорошие? Наука. Нет никого, кроме Марселя. Марселя хотя бы единицу, остальных по нулю. Блин, давайте Марселю назначим, чтобы он пошел исследовать. Вот. А Скиф не может копать. Чумазы бездействует. Скиф копать не может, что ли? Ничего не понял. Готовить. Ну, Скиф, ты можешь копать. Скиф, ну ты чё? А, скопать уже не надо, все. Копать уже не надо. Окей, так, мне вот это, наверное, постройте. Постройте, говорю, мне вот это. Хорошо. Так. И, наверное, я поставлю вот здесь дверку. Чтоб у нас ничего никуда... Нет, хотя прямо здесь и поставлю. Вот прямо здесь и поставлю. Так, собирайте металл. Металла у нас здесь много. И вот этот потом. А, Скиф, иди копай вот этот металл. Все равно ничего не делаешь.
Давай. Хлорный гейзер. Чисто теоретически можно сделать туалет, и если туда, мне кажется, я не уверен, но мне кажется, если туда направлять хлор, то он будет убивать микробы. Потому что мне говорили, что хлор убивает микробы. Но если так подумать, хлорка, как бы ее часто используют, чтобы убивать лишние микробы. Чисто теоретически, это же круто. Разве нет? Так, вот это прокопайте мне потом еще. Медная руда, она нам пригодится. Сверху у нас гейзер с какими-то шляпками. Зараженная еда. Микробы нашел свой путь в одном из ваших рационов. Понятно, у нас есть... Прям, знаете, вот сейчас написали: микроб нашел свой путь, ваша еда заражена. Что-то мне это дико напомнило Plug Inc. Я особо в него не играл, но тем не менее это забавно, как по мне. Немножечко, да? Так, давайте снесем вот эту штучку, чтобы у нас тоже равномерненько так... А, я не понял, они изучили, что ли? Нет, еще десяточка. А чё не изучаем? Ребят, это надо. Это как бы очень надо. Давайте еще одну дверку поставим, чтобы сильно у нас хлор не выходил. Потому что, ну тут его, ну 1000 килограмм все-таки не будет приятно, если он будет выходить. Но заодно чисто теоретически проверим идею с отравлением, да? Кстати, нету, да? 15 тысяч еды. А ничего не заражено. Ну, то есть, вот тут чуть-чуть заражено. Бездействует. Так, ты не бездействуй, Арбайтен. Сейчас, так. Давай-ка мы... Можем ли, допустим... Мы, кстати, вот так сделаем. Я не знаю, можно ли это им сейчас сделать. Но я для всякого случая просто поставлю так. Так, что у нас по кислороду? Внизу у нас углекислый газец. Ну, ничего. Специально такие дырочки, я потом их заменю на блоки другие. А так внизу поставлю штук 6, наверное. У нас, кстати, по органике водоросли 3000. 3000 водорослей. Если что, мы позаменяем, позабираем. У нас тут еще есть немножечко. Вот тут, допустим, неплохо так водоросли, да? И будет водорослей много, и на какой-то период времени нам, допустим, будет хватать много кислорода. Это хорошо. Вода у нас есть, воду они таскают. Причем вода эта закрытая, пока даже трогать ее не будем. И вот здесь мы можем заменить, допустим, да? Даже. Ой, куда ты понесся? Так. Вот здесь заменим. Можно даже вот так. Еще. И вот так. Тут достроят, а тут переделают. Песочек сейчас попадает. Такую башенку будем делать. Я никогда не делал, просто мне один из моих подписчиков советовал, говорит, делай вот такую лучшую башню, она лучше будет помогать тебе в кислород распространять. И я решил, почему бы делать не длинную базу, а не в длинную, а высокую именно, вот, да, базу. Давайте попробуем. Такого я ничем не занимался таким подобным. Может быть, стоит уже призадуматься. Так, заменяйте. Главное, вы сами не упадите мне в воду. Было бы шикарно, чтобы этого не произошло. Так, хорошо. Так, новое исследование. У нас появился кислород. Восхитительно. Ставим вот так, вот так. Вот так, наверное, поставим. И кислород будет распространять. Можно здесь склады, но склады... Стоит ли склады ставить прямо здесь? Я, честно говоря, не знаю. Так, что у нас? Вот эта штука еще. И компостец. Компостец вещь хорошая, вещь нужная. Мы его где-то здесь поставим. Вот. И исследование поставим сразу же на картины. Ибо у них, возможно, скоро, вот уже, видите, пошел стрессятина. Маша что-то начала нервничать. Не знаю, чего. Все хорошо, Маша. Что ты нервничаешь? Но она почему-то нервничает. Вот. Поставим, пожалуй, еще и вот это. Склады чуть-чуть попозже займемся. Так, а что такое? Почему? Че? Вода. Ну, сейчас они. Вот, и у нас кислород сейчас пойдет нормальный. Хотя уже, видите, достаточная концентрация. Но вот эти штуки начнут кислород мне улучшать. Кстати, по идее, чисто теоретически, у нас же там еще, помните, были типа дезодоранты. Я не знаю, их убрали или оставили. Но, по идее, эти дезодоранты должны помогать против микробов. По идее. Но посмотрим. Так, качается электричество. Скиф побежал Марселю помогать, а Машка сама у нас строит
за полы. Маша занимается половыми делами. Так, еда у них 12 тысяч. Еще хватает, еще хватает. И Марсель пошел похавать. Все, они булочки эти топчат. Так, Машка. Давай. Чуть-чуть переделаем потом вход туда. Чтоб все у нас красивенько было. Ну, пока что так у нас. Так, так, хорошо, все. Кислород понесся, по идее, у нас должна быть, ну, по крайней мере, достаточная концентрация. Может быть, стоит здесь вот так вот поставить, чтобы не распространять немножко ванидла. Да, потому что все-таки это микробы. Небольшие, но тем не менее. Куча дверей по пути у них в туалет. Это меня, конечно, не радует ни разу. Так, заменяем. Так. Ага, норник, норнику есть что покушать. Но он пошел почему-то в другую сторону. Но норнику нашему есть что покушать. Если что, может быть, даже сделаем мини-склады. Там склад, там склад, там склад, чтобы перенаправить потоки воздуха. Ну, это глупая затея сейчас, да? Это я так просто размышляю. Перенаправить, чтобы не так много загустевшего плохого воздуха, типа углекислого газа, собиралось в одном месте. Вот. Либо, чтобы вот каждый норник у нас что-то кушал и что-то давал дофига угля. Так, и вот это мне сломайте потом. Пойдем, что ли? Низкая концентрация кислорода. Покажи мне. Кстати, микробы, микробы. Я давно не смотрел на микробы. Но у нас вот здесь только микробы чуть-чуть так, самую малость, да, распространены. Воу, 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 воу. Вот это попадало прям, столбец. И тут еще попадает сейчас столбец. Йоу, он сейчас себя закупорит. Ни хрена, он аж упал. Радует, что от того, что они падают, не ранятся, да? Вот это реально дико радует. И надо будет еще, знаете, что сделать? Отсутствие... Что? Бегство. А, она боится. И норник еще один. Откуда ты взялся, норник-то, а? Так, строит, строит, туалет. Надо бы еще резервуар сделать для того, чтобы сливать плохую воду. Этот резервуар где-то надо будет вырыть. Я, честно говоря, не знаю. Может быть, где-то здесь вырыем. Такой прямоугольник, и туда воду сливать будем. Оттуда уже забирать воду будем хорошую. Посмотрим, короче. Так, вот туалет, да, вот это правильно, что чините мне туалет. Заодно, наверное, еще один туалет я сейчас поставлю. Потому что очень часто бывает, что они не дочищивают туалет, оставляют его так на месте, а потом срутся, сутся везде, просто где только можно. И это не круто. Не надо так. Вот, он не дочистил туалет. Вот, он тупо не дочистил туалет. Так не надо делать. Так, кушать захотели резко. Что-то по кислороду у нас. Ну, нормально. Более-менее такая концентрация. Не особо прям дико много, но тем не менее есть. Даруйте мне, пожалуйста. Вот, и туалет. И у нас, кстати, картина наконец-то доступна. Так, ставим туалет сейчас. Туалет. Ставим еще один туалетик. Чтобы был. Вот, кокульки теперь в компост пошли. И новый человек. Очень много задач. Давайте мы теперь изучим, пожалуй... Мне бы угольный генератор. Хотя нет, давайте, наверное, вот эту штуку изучим. Электролизеры, все дела. Так, новый человек. Смотрим, что нам предоставляют новые люди. Иммунитета только один, да? Ашкан, Ашкан, и ты храпун. Ну что за фигня? Что мне за фигню-то какую-то дают, ну? Мне реально фигню, я не согласен. Отказываемся, отказаться. Все, не нужна мне. Смотрим, что у нас доступно стало. Пневмодвери. Такие чисто ограничивающие, да, проход. Но они кислород не ограничивают. И куча картин. Соответственно, куча картин мы сразу ставим. Наверное, вот так, чтобы немножко красивше было, что ли. Вот, куча картин поставили, это хорошо. Тут бы тоже картины нужны, но этим пока заниматься не будем. Все, а пока их новых задач им не даем. Даем то, что только есть у них. Так, водицы добавить. И он бросил почему-то кислород в баночке. А я могу, допустим... Я не могу ничего с этой баночкой сделать, да? А не, могу, смотри, опустошить убрать. А ну, опустошить. То есть кислород оттуда выйдет, да?
А это вода, подожди, не-не-не, отмена. Отмена опустошения, это вода, это обычная хорошая вода, я понял. Так значит, нам надо, знаешь, что сделать? Нам надо вот здесь поставить вот такое вот, чтобы они некоторые вещички опустошали. Я даже не знаю, как поставить-то лучше. Наверное, вот здесь и поставим. А вот это разобрать. Разобрать. Снести. Вот это вот так. Чтобы водичка сливалась. И сюда будем сливать хорошую воду, если она будет такая в бутылках. А где-нибудь еще резервуар поставим, где будем сливать плохую воду. Да? Кто у нас хорош по декору? По декорированию никто. Все днище. Давайте одному назначим. Допустим, Марсель, ты будешь рисовать. Так, у них ночка. И ночка пошла. Грустно, что у нас всего лишь трое персонажей до сих пор. Это очень меня грустит. Нереально как грустит. Стоит еще, наверное, двери вот здесь поставить. Для всякого случая. Так, утречка, наступай. И утро седьмого дня. Я думаю, пожалуй, на этом мы сегодня закончим. Мы много чего сделали. Так-то, да? Отстроили уже, ну, частично так наметили базу. У нас есть водоем, куда мы будем сливать воду плохую и так далее, да? Вот. И есть уже, по крайней мере, изучены картины и кислород. Кислород у нас немножечко пошел. Не в офигенно большом количестве, но тем не менее, я думаю, мы, ну, не должны сдохнуть просто так от недостатка кислорода. Я думаю, как-нибудь с этим мы всем разберемся, да? На этом, пожалуй, сегодня закончим. Если вы впервые на канале, можете подписаться. Я никогда не против. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь в группу ВКонтакте, в группу в Стиме, да. Я немножко заговориться моя немножко хотеть заговориться. Вот. И удачи всем, до скорого. И не унывайте. Всем пока.